Это Канада. Привет, мы в даунтауне сегодня в Ванкувере. Вечером гуляем. И у нас цель есть. Какая у нас цель? Вон какие шарики огромные. И наша цель... Пойдем. Найти елку, которая стоит в даунтауне. Нам нужна елка. Ой, какие красивые вот эти, да? Идем искать елку. Мы ищем или мы ищем другую елку? Сейчас мы проверим. У Dior какая красивая витрина, смотрите, просто волшебная витрина у Dior. Волшебная для девочек, для мальчиков совсем не волшебная фигня какая-то. Немножко капает дождичек. Вроде не было дождя, сейчас почему-то. Да, вот она, елка. Около арт-галереи. Все говорили, высокая и красивая. Сейчас посмотрим. Ее. Что это? Видите, у нас снега нет, у нас тепло. Плюс 12. И время 7 часов вечера. Чуть-чуть что-то накапывает, сыплется. Мы пройдем? Вокруг арт-галереи пройдем, потом можем до библиотеки дойти, посмотреть, вдруг открыто, да? Да? Смотрите, какая елочка. Ванкуверская, красивая. Да? Красивая? Маленькие снежинки. Это наша городская елка. Везде елочки. Смотрите, вон там. В доме, в фойе тоже елочка стоит, видите? Это банк. В банке елочка стоит. Я пошла. Я все снимала, не нажала кнопку. Я пошла вам заново показывать елочку. Вот, мы нашли городскую нашу елочку Ванкувера. Мы в Ванкувере в даунтауне. Сколько я много снимала и не нажала кнопку. Все, рассказывала. Это одна большая. И около нее стоят три маленькие елочки. Видите? Смотрите. Как красиво. Высокая елочка. Люди приходят сюда сфотографироваться. Вот он там он ищет. Смотрите, потерял что-то. Совсем потерял. Или у него там нычка какая-то, я не знаю. Ну, большой праздник прошел. Новый год здесь не считается таким уж большим праздником, как Рождество. А Рождество... Тут справляет католическое. Поэтому самые гуляния, самая красота, они, конечно, были 24-25. А сейчас то, что осталось, оно побудет украшение до Нового года. И все. Что там внизу? Тоже елочка. Какая-то молодежь. Что-то они там стоят, все ждут. Внизу. А! Хочешь там поснимать, как на катке катаются? Нет. Там каток. Да, он там. Там лед чистится. О! Мы пришли на палестинскую демонстрацию. Видишь, флаг? Где? А вот прямо флаг палестинский. Палестинский флаг. Я вот так пройду, сниму, а ты можешь не ходить. Не ходи, я быстренько. Тут демонстрация в поддержку Палестины, оказывается, сейчас проходит. Мы туда не пойдем. Нам это неинтересно. Вот такая у нас зима в Ванкувере. Скажу вам, сейчас очень неприятно. Я говорю, зима такая у нас в Ванкувере. Сейчас очень даже неприятно, потому что я
в балоневой куртке, но мне жарко внутри. Дождь, я в капюшоне. Мне жарко, потому что на улице плюс 12. И дождь. И на праздник, на Новый год нас не ожидается. Но если уже тепло, так было бы тепло. Как, например, в Майами или во Флориде, да? Если холодно, так уж зима, так зима. А вот это вот, вот этим Ванкувер отличается от всех других провинций зимние. Единственная провинция в Канаде из 10, где зимой может вообще не быть ни одной снежинки. Как, например, в этом году ни одной снежинки не было. И похоже, что не будет. Я так предполагаю, что мы сейчас зайдем вот за это здание современное. Какое-то. Треугольное. Несуразное. И там должно быть что-нибудь красивое. Ну вот чувствуется мне так. Такое предчувствие. Сейчас хоба, и что-то такое за зданием должно быть красиво. Нифига. Я разочарована. Оно все темное. И, скорее всего, закрыто все. Да. Все темно, некрасиво. Я думаю, мы сейчас так раз перейдем дорогу. И там оба так красиво. Да, хоть там будет что-то интересное. Ух ты. Откуда у меня такие? Смотрите, там идет игра хоккейная. Видите, что там творится на арене? Внутри. Много полиции, нет свободных мест. Всегда. Когда игра. Нам нужно обойти вот это сооружение круглое. Ну и? А что? Все пошли? И мы пошли. Тихо, спокойно вечером на улицах Ванкувера. Вообще не холодно, да? Не холодно. Не, вообще сегодня погода еще тепло. Правда, моросит, но все равно приятно. Тихо, спокойно. Никаких криминалов. Гуляют люди. Некоторые ресторанчики, некоторые много работают. Кафе, рестораны. Причем сейчас мы уже прошли в такой район, где меньше людей. Самый центр даунтауна остался сзади. Сейчас мы больше подходим к Йеллоутаун. Но все равно. Тихо, спокойно, воздухом дышит. Все. Посмотрите, как красиво. Да? Красивый бульвар. Бульвар это. Нет, наверное, не бульвар. Не важно. Вообще-то нам надо вниз спускаться. А что? А мы сейчас спустим. А, нам в другую сторону идти?